Я. Многие сейчас после этих слов подумают, так, а где же месяц космоса? Месяц космоса будет следом после этого выпуска, на следующей неделе. Но не спеши взрываться, космоса и в этом выпуске будет достаточно. А пока я хочу, чтобы вы представили, как 31 декабря вы поднимаете бокал с шампанским, не обращайте внимания, что он мне пустой, не важно, мне там шампанское. И начинается бой курантов. Вот прямо сейчас, да, я слышу их. Начинается обратный отсчет, да, а потом Новый год. Да, и на веселе вы совсем не обратите внимания на то, что мировое время шло вообще иначе. 31 декабря после 23:59:59 будет 23:59:60. И только потом 1 января 2017 года 00:00:00. Ваши часы этого не покажут, но 2016 год продлится больше на одну секунду. Секунду координации. Отличная новость для тех, кому вечно не хватает времени, например, мне и Международной службе вращения Земли. Угу, да, есть и такая. Вот их сайт. У этих ребят сложная работа. Они ответственны за поддержание порядка мирового времени относительно небесных тел и вращения Земли. И именно они решают добавить одну секунду или нафиг. Решение это может быть и простое, но нужно много чего учесть. Особенно тот факт, что Земля замедляется в скорости вращения вокруг своей оси. Точнее, Луна делает так, что Земля замедляется. Земля — это не идеальный шар. Луна своей гравитацией делает выпуклости на Земле и пытается притянуть эти выпуклости за собой, что вызывает крутящий момент, замедляющий вращение Земли, а также поэтому на Земле есть приливы и отливы. Воду подтягивает немножко Луна кверху, поэтому как будто бы, ну, какой-то большой гигантский пупс зашел в море. На самом деле нет, это просто Луна, она такая... Согласно атомным часам, в сутках 86 400 секунд. Но Земля совершает один оборот вокруг своей оси за 86 400 секунд и минус 2 тысячных секунды. Так, за несколько лет набирается одна лишняя секунда. Много это или мало? Это 464. Звучит как много. Примерно как 5 футбольных полей. 464 метра. Именно настолько Земля вращается вокруг своей оси за одну секунду. А еще одна секунда нужна межпланетной станции «Новые горизонты», чтобы преодолеть 16 километров. Это если бы вы встали в поле, где поле и туда, и сюда, и туда, и сюда, то есть повсюду поле, ничего кроме поля, и вы бы повернули бы голову влево и таки увидели бы на том краю горизонта точку. И в этот же миг она такая... мимо вас и исчезла бы за тем краем горизонта. Сегодня эта точка находится в 4,5 световых часах от нас и может передавать в одну секунду 1 килобайт информации. Это примерно эта часть вот этой фотографии. Но есть кое-что побыстрее. В течение одной секунды колибри производит 50 взмахов крыльями и может в секунду преодолеть 400 своих корпусов. Это настолько быстро, что если колибри сопоставить с человеческой техникой, то колибри все равно быстрее, чем космический корабль «Протон-М», выходящий из атмосферы, и даже быстрее, чем в нее входящий. Одна секунда для колибри — вечность. Как и для спортсменов. На прошедшей Олимпиаде в Рио багамская бегунья Шон Миллер в порыве обогнать американку Элисон Феликс и взять золото прыгнула к финишу рыбкой, наплевав на локти, коленки и нос и лоб. Как оказалось, это вообще не противоречит правилам. И Шон стала чемпионкой. Вот опять прошедшие игры в Рио. Но здесь вот уже другая ситуация. Здесь грустный мужчина плачет. Он расстроен. Его зовут Лутала Мухаммад. Это британский тхэквондист, который потерял золотую медаль, пропустив удар на последней секунде, блин. Секунду назад ты чемпион мира. Секунду спустя нет. Вообще, слово «секунда» впервые произнес персидский ученый Аль-Бируни в X веке. С тех пор ученые уточняли природу секунды, пока не договорились, что секунда — это 1,31,556,925,9747 от полного оборота Земли вокруг Солнца. Одна секунда — это щелчок. Следите за руками. На планете родилось 4 человека, и 2 умерли. $402 заработал американский бизнесмен Уоррен Баффет. 746 фотографий загрузили в Инстаграм.
56 тысяч поисковых запросов обработал Google. Только что Солнце выбросило столько энергии, что ее хватило бы, чтобы обеспечить энергетические потребности Земли на 500 тысяч лет вперед. Вам действительно все еще кажется, что одна секунда — это мало? Тогда посмотрите на этого парня. Секунду назад он веселился с друзьями. Секунду спустя отправляется в отделение лицевой хирургии. Этот жанр фотографии называется «одна секунда до катастрофы» и очень наглядно объясняет разницу между секундой и ее отсутствием. Даже в размахе Вселенной это очень много. За одну секунду после Большого взрыва Вселенная превратилась в гигантскую лабораторию, где были рождены все известные нам частицы и античастицы. За одну секунду сменились 6 физических эпох, внутри которых ковались физические процессы, определяющие нашу жизнь до сих пор, от гравитации до электричества. Если хотите подробности, все ссылки я оставлю в описании. 33 квадриллиона 860 триллионов. Это самая большая цифра, которую я когда-либо произносил. Столько операций в одну секунду производит самый мощный компьютер на Земле, Тяньхэ-2. Он находится в Китае. Но даже он не смог переплюнуть человека. Для симуляции одной секунды работы нашего мозга потребуется 40 минут работы 83 тысяч процессоров высокой производительности. Это, блин, очень дофига. Опять же, если вы хотите подробности, я оставлю все ссылки в описании. Но на что человеческий мозг тратит столько ресурсов? Ну, спросите вы. Да, конечно, логичный вопрос. Странно, но на очень простые вещи. Например, чтобы сформировать свое мнение о незнакомце, о человеке, которого вы первый раз видите, вам нужно всего лишь 100 миллисекунд, то есть это одна секунда, чтобы просканировать человека по одежке. То есть, например, если я покажу вам вот этого мужчину на одну секунду, а потом эту же фотографию дам вашим друзьям, пусть они изучают сколько угодно, хоть до завтра, то по итогу ваше мнение и коэффициент доверия к этому человеку совпадут. Поэтому вы так быстро листаете разных людей, незнакомых вам совершенно, и вы прям за секунду понимаете, нужен вам человек этот или не нужен. Судите прям по обложке. На разных сайтах, на разных соцсетях. Например, как это соцсеть по поиску друзей, My Friends. И как бы я могу выбрать себе друзей. Оно специально сделано, чтобы расширить твой круг общения и познакомиться с разными интересными людьми, причем по интересам. Например, ты любишь кататься на велосипеде, ты вбиваешь сюда раздел «заняться спортом» и ищешь людей, которые тоже хотят заняться спортом. Не хочется тебе кататься на велосипеде сегодня, можешь погулять с кем-нибудь. Вот нажимаешь «погулять» и все. Либо посетить мероприятие какое-нибудь, можешь даже сходить в кино, ну или напоследок вечером выпить с кем-нибудь. И самое главное, что здесь, да, куча уже людей, вот, и они все неподалеку, там, в 3 километрах от тебя, в 4, в 2, прям в своем райончике найти кого-нибудь, с кем хочешь погулять. Кроме того, прямо сейчас в My Friends идет конкурс, где ты можешь выиграть iPad mini, MacBook Air, iPhone 6, правда, но ничего страшного, и GoPro Hero. Это, мне кажется, классные халявные ништяки, так что ссылка в описании. Заходи, находи друзей, выигрывай призы. И еще я здесь выяснил, что средняя человеческая жизнь равна 2,5 миллиарда секунд. Звучит как очень мало. Особенно учитывая, что в сутках 86 400 секунд. Мне, честно, это взрывает мозг. Представьте, что если вот вы сейчас начнете считать вот 1, 2, 3, 4, то за всю жизнь вы насчитаете всего лишь 2,5 миллиарда. За всю жизнь. С учетом того, что вы не будете спать, есть и не вообще отвлекаться. Это, блин, вообще выносит мне мозги. Это очень мало. Главное, не считайте до 2,5 миллиарда, потому что это самое тупое, чем можно заняться в своей короткой и так жизни. Найдите себе лучше хороших друзей. Ну и давайте, чтобы уж точно не унывать, займемся каким-нибудь полезным, классным делом. Отгадаем мелодию за одну секунду. Попробуем, может ли это наш мозг. Вот она. Пишите свои догадки в комментариях. Надеюсь, я хорошо постарался. И Шазам вам не поможет. Прокачивайте свои мозги. И со следующей недели месяц космоса. Это круто. Еще кое-какой сюрприз. Я вам сейчас не скажу, но вам он понравится. Это классно будет. И чтобы не пропустить сюрпризы месяц космоса, нажмите на колокольчик на главной странице канала. И удачи. Пока. Ребятки, действительно подкатил новый дизайн YouTube. Смотрите сюда, подписаться, а вот сюда посмотреть новые видео. Посмотрите, не пожалеете. Удачи!